Друзья, извините, у меня телефон реально перегрелся на солнце. Бывает такое у нас во Флориде. Сейчас Стефан опять подключится. Так что видите, друзья, БЦА работают, и БЦА очень нужны. В отличие от того, кто нам говорит, да, помните, люди там в очках, суперкачки, различные исследования приводят, что БЦА не нужны. БЦА очень нужны, очень важны. Интенсивно. И нужно еще сказать, не только протеин важен, очень важен и правильное поступление жиров. Извини, телефон на солнце перегрелся, представляешь? Откуда? Видишь? Я говорю как раз, что вот люди, многие пишут, что БЦА не нужно, там исследования. Друзья, БЦА очень важны, особенно если вы интенсивно тренируетесь, это доказано. Стефан, а что ты думаешь? Ведь не только протеин важен, а важны жиры. А современный фитнес по глупости учит людей, что нужно как бы есть как можно меньше жиров. Друзья, не забывайте, что наша нервная система, мозг дает сигнал по нервным окончаниям. Нервы, они оплетены такой миелиновой оболочкой, которая состоит из жиров. Если вы не кушаете жиры, разрушается оболочка, и сигнал не проходит достаточно сильным, вы не сможете хорошо работать. Подожди. А мы никогда не сделали видео по жире, сделаем подправку и сколько. Мне нравится. Так что скоро следующее видео про жиры. Видео о жирах, да. И можно отдельно только по БЦА. Тоже есть хороший момент, который... По БЦА очень важно, ты прав. Да, сделаем по БЦА, сделаем... Потому что силовая за единицу времени действительно сожжет меньше жира, но силовая будет давать еще как минимум 24 часа анаболизма и жиросжигания. А кардио сразу же остановится. Правильно я говорю, Стефан? Что скажешь? Ой, что-то у нас опять чуть-чуть. Я здесь. Я здесь. Просто жена... Жена связница. Окей. Продолжай. Правильно? Все правильно, да. Я слышу. Отлично. Да, сделаем видео по жире, сделаем видео по БСА. Два видео. Как ты ответил, все правильно. Можно сделать кардио, если ты хочешь в одном тренировке, но тогда лучше раньше, в начале занятий кардио, а заканчивается силовыми подготовками. Если ты сделал просто 5 минут, 10 минут, это ничего страшного. Не страшно. Без проблем, можно чуть-чуть. Но не как развивающая подготовка. Развивающая тренировка не надо. Не хорошо. Отдельно занятие. Давай расскажем, что мы с тобой готовим специальный курс для людей, да, которые хотят быть инструкторами. Разные уровни будут, друзья, так что... Готовьтесь. Наши новые, да. Скоро 10 лекций выпустим. И платить надо, конечно, понимаешь, сколько лет мы работаем. Но затем будет сертификат дать людям. И даже вопрос маленький тестирование потом, чтобы вы как повысили свои уровни. Знания, да. Да, знания, не просто знания, а уровень. А работа, чтобы вы тоже... Да, сделать связи с нами, нетворкинг, это очень хорошее. Да, и люди, которые будут наш курс проводить, будут иметь возможность сделать специальный канал только на вопросы, как мы задали нам вопросы. Те, кто прошел курс, помогли ответить.
Те, кто прошел курсы, раз в месяц только для вас мы будем выпускать видео, отвечать на ваши вопросы. Такая возможность будет только у вас, и видеть это будут только те люди, которые прошли. Друзья, извините, но мы и так делаем очень много, отвечаем, но все-таки курсы подготовки – это большая работа, и она требует как бы оплаты. Но и вы будете Конечно. Получать огромное количество знаний, вы получите сертификат. Семья, видишь, жена да. уже пришла, и кормить детей надо тоже, ребята, не забудьте. Кормить детей надо, поэтому мы сделаем. Но мы с удовольствием сделали лайв для вас. И сейчас я посмотрю, какой. Подожди, пусть жена скажет привет. Сейчас. Да, она там придет. Мы будем там ходить. Как сказать? Бегать. Побегать. Не гулять, бегать. Бегать? Да, конечно, полар уже есть. Как зовут жену? Побегаем, сделаем чуть-чуть кардио тоже. Как жену? Скоро лето. Скоро лето, надо быть в форме. Надо быть в форме. Да. Окей? Егор, все. Да. Рад был тебя видеть. Сохрани видео, сохрани, пожалуйста. Конечно. Своим лайвом я буду тоже. Всем пока. Увидимся уже в ближайшее время. Все. Обнимаю, давай, на здоровье. Пока. Ча. Ну что, так что очень много интересного ждет вас впереди. Смотрите, не забывайте делиться нашими роликами в своих соцсетях. Это несложно, а нам приятно, помогает каналу развиваться. Также ставьте лайки, дизлайки. И если у вас есть какие-то интересующие вас вопросы, пишите их в комментариях под стационарными постами здесь, на YouTube-канале. Можете Стефану писать в Инстаграм, делайте это, подписывайтесь на его канал. И, друзья, спасибо, что смотрите. Увидимся.